Музей петербургского современного искусства решил познакомить жителей города на Неве с современным искусством французским. Первое, что бросается в глаза – многонациональность парижского арт-мира. Кто-то выходит из Турции, кто-то из Алжира, кто-то из России. Автор очаровательных глазастых персонажей Абрахам Адад – иракский еврей. Когда будущий художник был еще совсем маленьким, его семья бежала из Багдада, спасаясь от антисемитских погромов. Когда они бежали, они были вынуждены уничтожить все свои семейные фотографии. Мне кажется, что эта работа рефлексирует на тему памяти, поскольку композиция, если вы обратите внимание, построена как фотографический кадр. Многие популярные ныне мастера поняли, что искусство – это их все далеко не сразу. Художник радостных картин Жак-Шарль Ле Гуро большую часть жизни актерствовал. А создательница серии «Безумие» Лела Мигуров, ушной хирург с мировым именем, примерно в 40 лет профессор решила оставить медицину, переехала в любимый Париж и полностью посвятила себя живописи. Особенно интересная история автора этих работ. Жан-Ноэль Ле Армеру 30 лет проработал модным фотографом. Снимал самых красивых людей планеты. И в один прекрасный момент он начал дорабатывать фотографии знаменитостей углем и пастелью. Позже от человеческой фигуры вообще отказавшись, придя к выводу, что именно в этих абстрактных символах истинная, идеальная красота. В современном французском искусстве бесчисленное множество течений и направлений. Рафаэль Федеричи, например, неопоп-экспрессионист. Работает на стыке поп-арта и экспрессионизма. Его полубэтмен-полуморячок злободневен и сатиричен. Персонаж грозит кулаком французскому флагу, неумолимо превращающемуся в американский. А я отношу себя к субреалистам. Только не путайте с сюрреалистами. Они к реальности чего-то добавляют сверху. В субреализме мы находим прекрасное в предметах реальной жизни. Я собираю на улицах Парижа отходы, приношу к себе в студию, делаю композиции, фотографирую. Кстати, я хочу заметить, что в Петербурге, в отличие от Парижа, я видел очень мало мусора на тротуарах. Наряду с метрами на выставке присутствует и молодежь, в творчестве которой главную роль, понятное дело, играют технологии. 26-летний Жульен Пардефо создает с помощью цифры обманки, имитирующие реальную живопись. А Максим Шансон придумывает цветовые инсталляции, трансформеры. Это сделано из 400 магнитных панелей с люминесцентным пигментом, который виден в темноте. Можно эти квадратики переставлять, менять изображение. Я сначала занимался классической живописью, а потом решил придумать что-то такое, что можно было бы выставлять в больших публичных пространствах. Скажем, у меня была выставка на Лондонском мосту. Кстати, Максим по крови наполовину наш. Его мама родом из Белоруссии. В конце интервью художник перешел с международного английского на русский. И современное французское искусство как-то сразу стало намного ближе. Лана Конокосина, Станислав Субботин, Михаил Вершинин, НТВ Петербург.